Мерлин Мэнсон дает два концерта в нашем городе. Один пройдет в филармонии для людей, второй на лесобазе для своих. Свежие новости! Читайте свежие новости! Полицейский спас женщину от домогательств, закрыв ее своим телом. Свежие новости! Ночью вновь неспокойно было ограблено ателье мистера Бэггинса. Следы ограбления обрываются в порту. Будьте осторожны! Могла осчастливить столько людей. Какая у него ткань? Даже глазам больно. Белый. Крылья ангела. Ребята, да он же для нас улыбок. Богатый папа! Богатый папа? Это же целых два нестыковых слова. Интересно, а чей же он будет? Мой? Мой! Посмотрите на меня, я худосочен. Да и между прочим, я слышал, что костюм образован от слова кость. Даже костюм образован. Тебе тоже не помешало. Так, в общем, пиджак надеваю я сдавал нормативы ГТО. И что? Блин, здесь не пригодилось. Это вещь раскроет необузданные внутри моей личности. Вечер пятницы в Северном флоте раскроет твои необузданные грани. А вот я бы мог надеть пиджак. И лампа не горит, и в рот колен горит. Извините, а не подскажете, как пройти на пир? Прямо и налево. Спасибо. На здоровье! Слушайте, как мне надоел вот этот порт? Ну не нравится порт, ну так сходи в фаворит. Решено! Костюм надену я. Сегодня вечером должна решиться моя судьба. Решится твоя судьба? Нет, неправильно. Я надену этот пиджак первый, потому что мне с утра нужно попасть в федеральную компанию. Да не грязитесь, вы просто киньте жеребий, да и все. Блестящая идея. Надо бросить жеребий. У кого есть мелочь? Ага. Очень смешно. Обхохочешься. Так, ну в общем, давайте дадим этот пиджак мелкому, да? Значит, смотри, мелкий. Эту очередь на пиджак мы сейчас дарим тебе ее. Сейчас. Ну это как бы на день рождения. Угу. Свежие новости! Свежие новости! Поговаривают, что люди, часто читающие надписи на освежителях воздуха, со временем начинают понимать казахский. Фирма требуется хотя бы один креативный
состоится светский прием. Дресс-код строго ограничен. Вход исключительно в белом. Идем.